Друзья, что вы знаете о евгенике? Да, слово буквально крутится на языке, и многие из вас точно могут описать его буквально парой строк. Попробую угадать. Это практика уничтожения больных и, наоборот, спаривания выдающихся людей для выведения идеального человека. Проще говоря, наука о разведении талантливых людей, будто породистых лошадей. Американские евгенисты вслед за западными коллегами популяризировали следующее положение, что существуют генетически низшие типы человеческих существ, что большинство социальных проблем – результат генетической дегенерации, что социально неуспевающие индивиды размножаются быстрее, чем выдающиеся, и это приведет к вымиранию человечества. Еще хуже дело обстояло в Японии, где введенный в 1948 году, уже после поражения нацистской Германии, закон о евгенической защите отменился. Только в 1996 году. Согласно этому документу, принудительной стерилизации могли подвергнуть любую женщину, если у нее, ее партнеров или родственников до четвертой степени родства, это кузены, двоюродные деды и бабки, обнаружены были генетические мутации.